Такой цикл возможен. Согласен, такой цикл. Да, такой цикл возможен. Вот где-то там в начале. А, ну ладно, значит, только при больших экспозициях. Вот Игорь Панов это считал, так такие варианты. В область ядер средних масс попадают вот такие осколки и снова закручиваются. Но это большие временные экспозиции должны быть. Ну вот Игорь, если скажет, там где-то 10 секунд, 10, наверное. Взрывов у нас вроде быть не может. Ну, в степени это может развиваться дальше и планировать. Да. Значит, вот еще я хочу вспомнить работу такую Грайнера из Гриваева, коллектива Шпиля, там не шутка. Вот, что многократно облучать чему-то там такое. Вот. Но с такими мы не знаем таких источников, чтобы было больше 10-20, еще многократно облучать, чтобы там что-нибудь осталось. Если они что-то взрывать хотят, у них все сразу разлетится. Но если будут источники, будет больше 10-20, им же хотят. То можно многократно облучать, и все это наука туда и уходит. Вся наука туда и уходит. Понятно.